Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ну что, у нас Лига Мастеров 2 звезды. А, Лига Сёгунов, ё-моё. Лига Сёгунов 2 звезды. А я, Лига Мастеров, ага, конечно. Ай, держи карман шире, парень. Ладно, не будем о плохом. Будем, ребята, сегодня, наверное, попадать все-таки в Лигу Мастеров. Я планирую сделать так. Но дело в том, что завтра воскресенье. Завтра у меня крайний выходной. То есть в понедельник я уже говорил, не понял. В понедельник я говорил, буста не будет. Именно буста, ребята, не будет. Серия-то будет, как бы, потом уже. А вот с бустом мы будем в пролете, так как я буду работать. Да. Но сегодня попробуем, по крайней мере, ну, добраться до какого-то, я не знаю, до нашего предельного максимума, который нам позволит игра дойти. И я думаю, где-то может быть Лига Мастеров 2 звезды. Может быть, ребят, но это не точно. Было бы очень хорошо, если бы именно Лига Мастеров 2 звезды, потому что там бы мы за один день в 3 звездочки бы попали только шорох. Даже, я бы сказал, бы без проблем, но... Все зависит от того, как мы будем продвигаться здесь, сколько нам будут давать кубков и вообще. Потому что мы еще с тобой даже в Лигу Сёгунов 3 звездочки не попали, а там еще, сам понимаешь, целый круг делать. То есть, ну, придется немножко попариться. Не без этого. Ну-ка, рубанет Лео? Угу, рубанул. Ну, вот этот Леонардо, да, молодец. Красавчик, так скажем, добил его. Ну, и смотрим, с 29-й позиции куда мы попадаем? На 18-ю. Грубо говоря, 11 ступенчек пролетели. Все равно медленно. Так, я возьму, наверное, здесь Леонардо. Сегодня, друзья мои, целый день провалялся. Вот серьезно говорю, вот можно было бы, блин, поиграть, позаписывать игры, да? Но я что-то прилег, кеморнул часок, другой, третий. Встал, поел, опять кеморнул. Я не знаю, какая-то слабость, усталость дикая. Вот. На тренировку только успел сходить, и все. Поэтому, да, сейчас, ребята, видосиков мало стало, действительно. Может быть, правильно говорят, сделать, как это сказать-то, перерыв. Приличный такой перерыв с месяцок, да, чтобы просто хотя бы восстановиться, отдохнуть, набраться сил, соскучиться, как говорится, и этот. Может быть, как факт, что это сработает. Только есть такое опасение, что можно и отвыкнуть вообще. Бывало такое, что вот многие летсплейщики делали такой перерыв, а потом пропадали на год, на полгода. Не, потом, конечно, возвращались. Но явно месяцем там не обошлось все. Так что есть такое вот опасение. Как бы затягивает какая-то тебя рутина. И все, ребят. И не можешь ты вернуться обратно к игре. Так, ну что, как думаешь, Армагон завалит их всех? По идее должен, да? 62 уровень он должен валить как щепки. Да, в принципе, у нас и получается все это. Ребят, я до сих пор еще не прокачал ни одного бойца в платиновый ранг. Потому что вы практически не написали. Всего было 2 голоса, насколько я помню. Вот, и все. То есть 2 человека написало по разным персонажам. Ну, в общем, давайте, если после этой серии никаких не будет дополнений дальше по поводу прокачки, тогда мы будем... Либо я буду выбирать, кого захочу, либо мы будем выбирать, кто первым, ну, как сказать, не первым, а кто больше всего напишет про определенного персонажа. Ну, как я уже и говорил. То есть, если за одного персонажа 2-3 голоса, то мы с тобой будем прокачивать именно того персонажа в платину в ранг. Мне, в принципе, ребята, все равно абсолютно, кто это будет. Понимаешь, я могу вообще... Была бы вот такая, знаешь, рулетка, я бы крутанул бы ее. И, как говорится, на кого бог пошлет. Если там даже Кирби пускай упадет на него, да, я бы прокачивал бы Кирби. Ну, или любого другого персонажа. Тут, как говорится, уже
мало что от меня бы зависело. Потому что все остальные персонажи, которые у нас остались вне прокачки, да, они, как бы тебе это объяснить-то? Ой-ой-ой-ой-ой, что ты делаешь? Твою налево, блин. Так, давай заблокируем лечение им всем. Потому что муха там уже, я смотрю, уши свои навострила. Так, давай-ка мы ее... Нет, в принципе, муху можно не трогать, пока она безопасна. Своим лечением она абсолютно ничего не сделает. Тупой бот, ребята, просто тупой бот. Так, ну-ка давай сплинтера валим. Отлично, и добиваем муху. Все. Я единственное, ребята, что сегодня поиграл, это в Unliving. Я тебе скажу, жесть, как меня разобрал босс. Ну, кому интересно, тот пускай заходит на второй канал. Я думаю, что не надо говорить, где и как его найти, все прекрасно уже знают. Вот, и новая серия по нашему некроманту. Я думал, что, честно говоря, мы сможем пройти, но там загвоздка вся была в чем, ребята? Я не разобрался, как его бомбить, босса. У него постоянно вот эта вот защита срабатывает, аура. Насколько я понял, надо убивать приспешников, чтобы аура сносилась. Но там у него был другой еще приспешник, у которого тоже аура, и я его не мог пробить. И таким образом у меня получилось, что от армии ни хрена не осталось. И добивающий удар сделал лучник вражеский. Просто метко он пульнул свою стрелу. Прям в лобешник моему некроманту. Но тем не менее, я получил... Это какая там получается? Вторая печать. Вот, и теперь у меня задача найти какого-то проводника. Там нужен проводник, друзья мои. Честно говоря, не особо понял для чего, но без него, короче, какой-то ритуал не получится. Ну, в общем, в следующих сериях будем продолжать, как говорится, проходить и смотреть, что же у нас там получится. Так, ну что, ребят, персонаж у нас кончается, продвижения особого какого-то я не вижу. Я замахнулся на Лигу Мастеров 2 звезды, но... Дай бог хотя бы и до одной-то звезды добраться. С такими темпами вообще что-то не идет ни шиша. Вот у нас там было голосование. Там кто-то про Мондо Гекко заикнулся. И было еще пожелание какого-то Донателло, не помню точно какого, прокачать в платиновый ранг. Вот. Ну, да, Мондо Гекко, если честно, ребята, это саппорт. Ну, это помощник, так скажем. Он просто помощник. Или раньше в MMORPG называли таких баферы. Бафает который. Поддержка. Так, ну что у нас тут? В принципе, Крэнк сейчас испепелит их всех. И я думаю, что на изи это будет. Так, еще бы не на изи, друзья мои. Еще бы не на изи. Изи-пизи. Вот так вот я обычно говорю. Так, ну что там, 14, да? 18. Блин, очень, ребята, медленное продвижение. Ну, вот, пытаешься, стараешься, а как-то никакой движухи нету. Особо такой глобальной, да, скажем так. Вот такие пирожочки с мясом. Ну что ж, давай попробуем Рафаэльчиком бомбануть. Так, ну сплинтер сдулся. Я думаю, что слэш вольнет остальных. Да, шикарно. Так, ну что, ребят, все-таки, наверное, мы будем, да? Хотя бы посмотрим Звездные войны. Star Wars. Тоже пошаговые бои. То есть, 5-10. Но, наверное, уже после того, как мы поиграем... А как она называется, игра-то эта? Я забыл. Тоже, ребята, про супергероев. Ну, я имею в виду марвеловские персонажи. Игра называется Future Fight. Как-то так. Ну, мы играли в нее раньше, помните, да? Вот, а по поводу боев. Как это называется, игра там? Не помню. Друзья, я вам уже писал, что у меня... Вот я... Первый раз захожу в нее, да, например, вот
она идет нормально. А второй раз захожу, у меня на меня накладывают штраф. Первый штраф был 7 дней, второй 14 дней, третий 20 дней. И сейчас, если я также зайду и выйду, мне кажется, у меня там будет штраф 30 дней. То есть у меня не получается. Я не знаю, за что штрафуют, если честно. Типа, вы используете какое-то нелегальное, не знаю, там, как назвать-то, оборудование, не оборудование, ну, что-то того. Я даже в душе, честно говоря, не пойму, что я там использую, не то, что надо. Читами я никакими не пользуюсь. Может быть, то, что через VPN, а без VPN я ее не могу, ребят, запустить. Она не запустится у меня без VPN, так что... Такая фигня. Но мы с тобой добрались только до Лиги Мастеров, ребята, одна звезда. У нас хоть и доллары есть, но... Они мне здесь мало чем помогут, если честно. Мы с тобой дойдем, ну, до... В лучшем случае до 80-го... Ой, 70-й, 60-я позиция будет. Дальше нас не пропустят просто-напросто. У нас не хватит... Ну, элементарно не хватит юнитов нам пробиться дальше. Так что это будет наш последний оплот. Но, тем не менее, хотя бы до... Вот если завтра зайти, и мы с тобой сохранимся на мастере 2 звезды... Нет, на мастере 2 звезды мы не сохранимся, потому что мы до туда даже не дойдем. Хотя уже 17-23 дают. Так, так, так. А, все, тут уже шапочный разбор, друзья мои, пошел. Это последний поединок у нас выходит. Да. А два раза за день у меня, ребята, не получится, к сожалению, поиграть. Как бы я этого не хотел. А я очень сильно этого хочу. В Strike Force Marvel, ребята, у меня не получилось пройти ни одного события. К сожалению. Блин, меня это взбесило. Ну, там очень мощно что-то как-то заворотили. Мне не хватило мощей моих персонажей. Поэтому никого я там не получил. Ни Красного Халка, никого, ребят. Вот. Ну, сегодня, наверное, серию я запилякаю. Это будет в 12 часов откат у нас. Поэтому будет, скорее всего, серия. Так, ну что, ребят, с ареной у нас закончено на сегодня. Так, паук, что ли, там прячется? Нет, Хан, я думал, паукус. Так, давай заберем награды, пройдем с тобой серию испытаний. Давай вот это вот пробежимся. Так, 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 так. И так сделаем. Вот. Посмотрим. Не знаю, хотелось бы, конечно, сегодня во много что поиграть. Но это надо было делать днем, ребята, днем, а не, блин, в 12 часов ночи. Почему-то в 12 часов ночи у меня активация идет, ребята. У меня бодряк, блин, ё-моё. И я знаю, что мне завтра еще на тренировку идти, блин, в 11 часов. Поэтому, блин, придется ложиться спать пораньше. А после тренировки я как ватный. Мне опять хочется будет спать. Опять весь день просплю. Какой-то бред, короче. Получается. Тут недавно, ребят, покупал эти таблетки для суставов. 5300 стоит. Animal Pack. Блин, трэш. Не знаю, надеюсь, помогут, потому что суставы хрустят, трещат. Хотелось бы, друзья мои, чтобы помогли они. Хоть как-то. Потому что и суставы трещат, и связки растянуты. Так, ну что, давай сразимся. Да иди ты в пень. Так, у нас... О, 52 тысячи мутагена. Значит, мы с тобой можем что сделать? Подожди, а кого мы прокачиваем? Мы донат... Алапекс же, да? 97 уровень. Ага, так, у нее здесь все. А по прокачке мы занимаемся с тобой Рафаэлем, да? Оригиналом. Рафаэль оригинал. Давай посмотрим, что у него тут. Ага, у него здесь все по шестой ступени. Значит, будем вот это прокачивать. Так, 4 геймпада нужно нам. Так, один нашли. Так, вот он, второй. Нужно 4, да? Да иди ты в пень. Так, это мутаген. Это мутаген. Оу, телепорты кончились, ребят. Давай, наверное, так сделаем. Не буду я пока тратить все, потому что...
Потому что мне, может быть, понадобятся, ребята, откаты для прохождения. Так, Рафаэль, давай, поехали дальше. Так, 4. 4 нужно, 2 нам остается только найти. Третий есть. И последний. Ищем последний. Есть. Так, 4 геймпада мы нашли, друзья. Дальше у нас идет 6 шляп с напитками. Ну давай. Так, 6 шляп. 2 уже найдено. 3. 3, 4. Так, 5. 5. И... Подожди, пока все. Пока все, нам нужно еще, знаешь, что сделать? Пойти и поиграть в события, друзья мои. В испытания. Вот, техника у нас. И мы погнали. Чего? Погнали. Так, 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 так. Отличная команда. В принципе, я думаю... Я думаю, что не составит нам труда с тобой здесь развратить, так сказать, этот осиный улей. Угу. Так, вырубаем с тобой пройдоху. Минус маузер. И минус второй маузер. Ну что, волной, наверное, бомбанем. Волной здесь. Так. И добивка. И переходим на третью. А, это же у нас обоссанный диван, где, да? Матрас, точнее, вот он. В котором прячется вот это вот недоразумение. Давай сделаем так, ракетой. Хотя надо было, ребята, лучом, честно говоря, на него бомбануть, и все было бы четенько. Все, на робоцып упал. Ну и прекрасно. Остается только, ребят, нам получить эксперт снаряжение. Ну, естественно, пофармить надо будет. Блин, подожди. Вот. Единственное, что да, по 4, конечно, тратить. Такое себе удовольствие. Данные крэнгов. Так, карта. Жетоны. Жетоны. Снаряжение, техника. И трэш. Друзья, просто трэш. Они не дали мне. Они мне не дали. Так, а что я хотел сделать-то? Мы же хотели дальше прокачивать Рафаэля. Мы хотели дальше прокачивать Рафаэля оригинального. Так, навыки. Да, нам нужна шляпа с напитками. Последняя, кстати. А у нас пицца-то, ребят, тоже заканчивается. Так что, все. Ничегошеньки мы больше сделать не сможем. Ну что ж, друзья мои, тогда заканчиваем сегодня серию. Завтра, я надеюсь... Посмотри, как у нее глаза моргают. Завтра, я надеюсь, мы хотя бы до Лиги Мастеров 2 звезды дойдем. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.